он не бьет коленями. Что значит, что есть правила? Вы что, на улице живете? Это что, пришли сюда на улице? А что вы сюда пришли? А как вы? Давайте будем до конца бить, а значит. Давайте мы будем двигаться в сторону нормальной профессиональной спортивной организации. Мы не будем устраивать никакие дополнительные раунды. Тихо! Тихо, блядь! Давайте вместе, блядь, нормально будем двигаться. Если вам нравится здесь выступать, то будем уважать правила организации, в которой вы участвуете, блядь. Здесь есть три раунда. Он в эти три раунда бился и получил в двух раундах, блядь, минус балл. Судейские решения у нас не оспариваются. Которые вы участвуете, блядь. Здесь есть три раунда. Он в эти три раунда бился. Расслабленные плечи, посмотри, у Дениса. Опаньки, вот это начало. Первым Денис, чисто в боксерской, видно, что будет хороший манере. Джеб, ой, тем не менее попадает пошел Рамазан. Пошел банк, Рамазан пошел ва-банк. В одном первом раунде по количеству выброшенных ударов может составить конкуренцию всем трем предыдущим. Тянет, 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 тянет. Руку идет, работай, внимательно, внимательно, справа. Пять.
чтобы в никакой правый кросс не оказывали, пуха не попала. Попал левый боковой Рамазан. Лезет немножко бороться Рамазан Разаков. Продолжает гнуть свою линию. Лезет в клинч Рамазан Разаков. Видим на удары, какие-то приходится из них по затылку. Это безусловно за... Это акт беспомощности уже. Преднамеренно, что это преднамеренно. Что это за дичь? Сначала он чуть не выбросил его за сено, потом бил по затылку. Да, это потом видно, это четвертый. Что это? Что мы наблюдали в первом раунде? Можно было продолжать Рамазану боксировать. Зачем он пошел на это? В целом могу тебя понять. Скажи нам пару слов, почему ты это сделал, объясни. Блин, чисто спортивные амбиции. Ничего личного, бро, ты молодец, ты победил. Я ничего не говорю.